На 33-м году ушел из жизни российский хоккеист Владислав Йогин. Он скончался из-за осложнений после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает чемпионат.ком. Йогин начинал в школе крыльев Советов, откуда вскоре перешел в Спартак, где выступал на позиции защитника. Владислав Йогин был известен по выступлениям за автомобилист в континентальной хоккейной лиге, КХЛ. Он завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет и реализовался на посту тренера. Последним клубом Йогина был Липецк из высшей хоккейной лиги. В сезоне 2014-2015 хоккеист провел 40 матчей и набрал 9 очков, забросил 4 шайбы и отдал 5 результативных передач. Всего на счету Йогина 45 матчей в КХЛ. Также хоккеист отметился выступлениями за «Молот Прикамье», «Нефтяник», «Рязань», «Ермак», «Донбасс» и «Рубин».